Thank you.
прикольные тачки здесь. Блин, забыл это, тапочки взять. Тапочки и шорты надо взять. Я тапочки забыл. Шорты я не буду брать. В общем, такой пляж песчаный, но вода, в принципе, такая удобно купаться, но очень много водорослей. Очень много водорослей. И медуза есть. Кристина видела медузу. Смотрите, какие машины здесь прикольные. Феррари. Что за машина? Дойчланд. Нормальная тачка. Мустанг. Тоже Германия. Hello. How are you? Can you make a cocktail? Yeah. Ну, сейчас закажем коктейль один. Посмотрим, что у них здесь есть. Все разные. А can I pay by card? Такой нормальный. Нормальный такой здесь этот кафе. Футбол можно смотреть. Море алкоголя. Такое разнообразие здесь прям нормальное вообще. Блин, вообще что сказать, не знаю. Вообще глаза разбегаются. You want cocktail? Cocktail, да. Yeah, well. Which
хорошо умеет. Здесь есть сайт, здесь. Ага. Давай мохито, мохито классик, да. Мохито классик. Мохито классик. I'll come back in 2 minutes, okay? 3 minutes. I'll take my wife from the beach. Кристину надо взять с собой, а то, блин, я там сейчас буду коктейли пить, а она будет здесь сидеть. Вот так нечестно. Тут разные варианты есть. Я не знаю, что дальше. Это как освежающие напитки, refreshing drink. Ну, типа лимонад, ситронат, лимонад. Это по кириллице, а это по латин. Цитронада, по избор, на выбор. Лимонад на выбор, наверное. Ну. Спросил, можно оплатить карту? Можно, да. Да, можно. Можно, можно. Выбирай, что есть. Они могут не положить шоколад. Не-не, давай делай то, что есть. Хочу, не хочу. Вот выбирай, что есть. Знаешь что? А что такого? Выбирай, что есть. Я реально не хочу вот этот шоколад. Давай возьмем молочный коктейль. Фреш тропик. Ну вот его. Фреш тропик. Друже, фреш тропик. Да. Да? Вон. Да, да. В общем, в Болгарии есть плюсы, есть минусы. Ну, минусы — водоросли, очень много водорослей в воде. Медузы есть в воде. Кристина увидела сегодня медузу, да? И убежала сразу, да? Боится медуз. Да я не боюсь. Ну, зато песок, а не камни, как в Хорватии. Ну и море, соответственно, черное, а не адриатическое. И рыбок не видать, да? Паша, как дома?
Тоже хочешь такой? Шампанское. Со льдом. Спасибо. She doesn't speak English. Tropic mix. Давай, другая попробуем. Нормально? Кислый капец. Да? Попробуй. Чего? Натуральный сок, по-моему, да? Кубанита. Ля Кубанита. Типа Куба. Смотри, давай, может быть, какой-нибудь другой его это. Я не хочу пока. Вот смотри, ирландское, ирландское кафе. Это, ну, каф, кофе. Irish кофе. Вот, видишь, освежающий. Ладно, нормально, все, хватит. Пока. Классический коктейлик. Сода, у нас мента, водка. Секс на пляже. Я пробовал, то есть. Оргазм. С трудом верится. Белый ром, белый ром. Мохито. Не, мохито нормально вообще. Кубинский коктейль. Где? Раке. Шот. Диджей. Лято, лято в Куба. Лето в Кубе. Самое лято в Куба. Ананас. А? В общем, цены, в принципе, в Болгарии очень демократичные, демократические, то есть приемлемые по сравнению с той же Хорватией, согласись, Крис. Но в Болгарии цены дешевые. Ну, меньше, чем, ну, как бы дешевле, чем, вот, допустим, в той же Хорватии. Смотрите сцены, в общем, в Ля Кубаните. Ля Кубанита. Такая цена. Цены в Болгарии. Балканское барбекю. 1 лев 36. 36, да? То есть на, ну, получается 900 рублей, да? 500 рублей, 50 рублей. Говяжьи котлеты. В общем, 1 лев 35 рублей и умножайте на 35, получается. А можно так быстро не прилить?
5 лево, да? Нормально. А завтра будем обедать здесь. Да? Суп 500 рублей, сейчас суп стоит. Вообще цены представляешь? Да, вообще цены доступные здесь, вообще доступные. Лосось, сёмга, чёрный рис. Да. Кубанита бар. Решили коктейль сделать с Кристиной из мохито и как это называется? Мохито и сок Кристины, лимонад. Школа барменов. Ну как? Лучше стало? Ну я уже что-то не хочу. Все, видишь, моя школа. О, тут прикольно вообще получилось, да? Пойдем мы поплаваем, пока солнце есть сегодня. Привет. Вот это зеленая, что ли? Это водка какая-то. Освежающая мента, лимонада. Кальяны, видишь, тоже стоят там. Можно кальян заказать. Вечером, наверное. Какая разница? Можно на улице сидеть тоже, видишь там? Не знаю. Но узнать. Sure.
Куда? Куда? В ту сторону? Пойдем. А куда ты хочешь? Вон туда, вон пойдем. Вон подальше. Идем туда. Вот здесь можно. Вот здесь давай, вот снег. А вообще уже солнца нет уже. Пойдем. Сейчас мы не обгорим все равно. Куда ты хочешь? Давай вот здесь вот. Вот здесь.